С утра пораньше на полях Ульяновской области уже кипит работа. Работают тракторы и сеялки. В хозяйствах продолжаются весенние полевые работы. По сообщениям Министерства агропромышленного комплекса, работа идет в плановом режиме. Большинство районов уже завершили подкормку озимых и приступили к севу. Мы приступили к весенней полевой кампании в этом году на 2 недели раньше по сравнению с прошлым годом. Это благодаря, опять же, агрометеорологическим условиям. На сегодняшний день все муниципальные образования приступили к весенней полевой кампании. По состоянию на 30 апреля сев яровых зерновых и зернобобовых культур выполнен на площади 174 тысячи гектаров или 52% от плана. Больше всего опасений у профильного ведомства вызывает сев в Старомаинском, Терентьевском и Старокулаткинском районах. Вопрос посева в муниципалитетах взят на контроль областного правительства. В этом году удалось обновить парк сельскохозяйственной техники, задействованной в поле. Удобрения закуплены в нужном количестве. Кроме того, на контроле состояние озимых культур. Посевы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии на площади более 90%.